А в Украине тоже, надеюсь, мечтают, чтобы в конце концов Ну. был такой президент, который будет заботиться о своей стране, а не Да. продавать ее, как это делают Правильно. нынешние. И что был один, единственный и неповторимый. Ну, лучше иметь одного единственного неповторимого, чем много дебилоидов. Повторимых, да. Повторимых, тем более, да. Там нужно повторяй, Согласен. не повторяй, все равно край. Так что Повторяй, не повторяй, все равно получишь край. край, да? Да. Конечно. Так что это все. Я из Сочи, город такой. А вы откуда? Ну, я так думаю, у вас там расширение показывает Запорожье. Не, я не ставлю это расширение. Я хотел поставить, а потом мне сказала, что это расширение будет лазить и в моих и фотографиях, в персональных данных, даже если я не в программе. Я такой подумал, что думаю, да пошли они нафиг. Не люблю этого. Понятно. Давно в Сочи. Нет, буквально чуть-чуть больше месяца. Понятненько. По гости приехали, я так понял. Нет, присматриваюсь. Что, уже на постоянку? Ну, хотелось бы, но тяжело тут, дорого. В России же все плохо так живут, настолько плохо, что, по-моему, Что, что хотите среднему американцу не под силу, по-моему, такие хотите цены, как вернуться в все. свой, хотите вернуться в свой золотой Лос-Анджелес? Я в Лас-Вегасе. Тем более, тем Не более. хочу, В но не... платиновый Лас-Вегас. Да. Не хочу это самое. Ну, очень удивлен, что здесь все дороже, чем в Вегасе. Да? Ну, почти все, да. Даже мандарины, ё-моё. Вот Абхазия рядом. Я не понимаю, почему я покупаю мандарины в Лас-Вегасе за, получается, 4 паунда за доллар. Ну, правда, не везде они, конечно, так есть. Ну, в таких местах, где здесь знать, да. Но, тем не менее, там, в мексиканских магазинах каких-нибудь, это рынках. 4 паунда за доллар, это получается что, 2 килограмма за доллар, 2 килограмма за 60 рублей, да? А здесь получается 60, 80, 100 рублей килограмм. Я не понимаю, почему в Неваде, в пустыне они стоят гораздо дешевле, чем вот, казалось бы, вот которые совсем рядом. А остальные продукты тоже так же? Смотря что, конечно. Вот. Ну, Ну, цена плюс, на ну, плюс. воду, допустим, на баклажку воды или одинаково, или в два раза дороже, Чем в Америке? чем вне воде. Не в воде. Да. Ну, все, тогда Америка forever. Не, ну я вот я говорю, как-то странный какой-то баланс цен теперь, понимаете? Вот я почему иногда, когда народ меня спрашивает, что будет с долларом, я говорю, что-то явно будет, но не может так быть, такой-то дисбаланс цен, просто конкретный дисбаланс. Алло? Ну и все. И вам здравствуйте. Вы не будете Вот. материться? Я вас немножко разочарую. Можно? Я Луганская Народная Республика, город Стаханов, Донбасс, Россия. Молодцы, я вас очень поддерживаю. Так что наши люди, шахтеры, не матерятся, Спасибо. зря не матерятся. Правильно, вот такими и оставайтесь. Я ваши ролики смотрю. Понял. Я рад, что вы меня нашли. Вот. Так случайно вы попали, вот это я типа на охоте здесь, Ну охочусь на бандеровскую сволочь. Учу их уму-разуму и ставлю свое стойло. Правильно. Ну я то же самое делаю. По крайней мере. Мне, как старому человеку, оружие в руки не дают, говорят, ты старый дед, так я здесь чат рулетки с ними борюсь, и кое-как получается, кое-как получается. Не, я думаю, мы тоже делаем большое дело. Сами же понимаете, если вдруг, как говорится, объяснить человеку что-то, и он потом не станет врагом, то это большое дело. Так что... Конечно. Но многие начинают сразу материться, оскорблять начинают. Но я им, правда, говорю, вы оскорбили не меня, а унизили сами себя в моих глазах. Вот и все, что я Конечно, говорю. конечно.
Понял. Ну вы держитесь там. Я думаю, скоро будет все нормально. Я, по крайней мере, надеюсь на это. Конечно, А обязательно. самое главное, что, ну, даже ради такой святой цели можно и потерпеть, правильно? Конечно. Ну. Только очень жаль погибших Конечно, детей, жаль. стариков и молодых парней жалко. И с нашей стороны, и даже с их стороны жалко солдат этих. Жалко детей. Конечно, жалко. Разве, тем более, вот представляете, ну, даже в моем возрасте и в вашем тем более, разве мог кто-то подумать, да, что вот Ну такое да. будет, что когда бандеровщина будет идти по Украине? Это же просто Да. бред. Это же, я не знаю, это ужас какой-то. Когда я это вижу, знаете, как говорится, вот эти все шествия в той же там Америке и тому подобное, это еще как-то меня меньше удивляет. Но, блин, нафиг, в наших городах-героях. Да, да, Вот да, да, это да. же просто, ну, не знаю, это для меня это просто неприемлемо, никаким образом неприемлемо. Ой, блин, алло? Эх. Ну, ладно, что-то я в эмоции впал. Ну, вообще, честно говоря, вот, знаете, когда вот ты разговариваешь, особенно вот действительно с поколением, которым, ну, все-таки там, знаете, за 70 и там, ну, не знаю, как говорится, да ё-моё, даже мое поколение, вот. Которые за 50. Ну, это же вот действительно, вот если просто хоть чуть-чуть включить мозги, это же просто абсурд, блин, все, что сейчас творится. И тем более вот это вот шествие, вот эти, не знаю, факельные шествия, вот эти все лозунги, вот эти вот Сережи Слава там или еще там что-то. Ой, капец какой-то. Ладно, идем дальше. Давайте что-нибудь с кем-нибудь все-таки поговорим, чтобы кого-нибудь наставить на правильный путь, если получится, конечно. Вы со мной хотели поговорить насчет войны на Украине? Ну ладно, давайте поговорим. В Украине. Просто я же не говорю на России. Ну, я же говорю по-русски, а на украинском языке правильно в Украине. На Хорошо. русском правильно на Украине. А почему Но ты лично для так? меня, подождите, подождите, девочка, дайте я вам скажу. Лично для меня никакой разницы нет. Я человек СССР, я очень старенький, давно родился, и в мое время никто на это не обращал внимания. Это вам сейчас специально сказали. Обращайте на это внимание, чтобы если что, русских можно было ставить там на место или еще что-нибудь. Это такая, знаете, мелочь. Я не смотрю ни русский YouTube, ни украинский YouTube, поэтому мне никто этого не говорит. Хорошо, тогда давайте поговорим логично, что не так. Ну, просто мы всегда, и даже на русском языке мы разговариваем, мы говорим «в Украине». И мой дедушка с России говорит «в Украине», а не «на Украине». Я не знаю, почему вы не говорите «на Украине», например. Еще раз говорю, поверьте мне на слово, в наше время никто на это не обращал внимания. Да, я тоже не буду. Окей. Это то же самое, знаете, когда говоришь с белорусами, они говорят, у нас не Белоруссия, у нас Беларусь. Ну, для меня это одно и то же, потому что я человек СССР. Кто уже вырос в новом поколении, кому мозги промыли только в одно направление, ну, тогда да. Так же, получается, в Украине. Вот сказали, вот только так мыслить. Ну, ладно. Это какое-то получается неуважение, что Это было. как раз уважение. Если вы назовете, понимаете, это самое, Россию, Русью, ну и что? Ну была Русь, да, была Российская империя, ну да, и что? Ну и нормально все. СССР. Ну и да, ну назовите меня совком. Вы меня можете даже совком называть, я не обижусь, да, я совок. Еще какой? Но при этом она не считает, что Россия, Русская империя, была матерью всех остальных стран. Ну да. Но это, ну, Но она нет. не считает, может, она просто не может считать. Но если вы заглянете просто в интернет, наберете карту 2000, допустим, ой, 1913 года. Да, 1913, просто карту наберете, вы увидите, да, а почему вы вместе со мной говорите? Подождите, я отвечу вам. Это самое. То вы увидите, что в Российскую империю даже Польша входила, в которой вы сейчас находитесь. Хорошо. Все. Да. Финляндия входила. Мир входил в Да, СССР. и там даже нигде Украины нету, не написано нигде. Ну Да. и чё? Страны, как Украина, нет. Не было никогда страны, как Украина. Никогда. До 1900, до 91-го года не было. Ну, сейчас же она есть уже. А сейчас она есть. Страна. Ну да, Независимая. сейчас есть. Ну и чё?
И зачем это отрицать? Зачем А вот отрицать, чего не было и чего это самое? Ну и то, что есть. Ну, есть. Киев или Украина, вот. Или сначала вот Россия, а потом уже Киев, все остальное там. Да вам-то зачем? Ну, что это изменит-то в это самое? Вы знаете, что должны помнить? 1945 год. Тысячи, все, не надо. Сейчас вы скажете, что был сначала украинский мамонт, потом появился российский мамонт. Да пофигу. Не пофигу. Как не Украина пофигу? была изначально, потом появилась Россия. Пока, когда уже была И что Россия, это меняет? И что это меняет? ну вы просто рассказываете о великой стране России, когда Да, потому Украина. что была Российская империя. Украинской империи никогда не было. Украинское государство, как государство до 91 года, как страны, тоже никогда не было. Но это факт. Но вам не нравится это. Да, я понимаю, что это вам не нравится. Ну Нет, ладно, пускай вам не нравится. Вы это скажите, мне не нравится это. Ну и ладно, хорошо. Но этого не было. мне все равно, потому что я живу в красивой стране, в Украине. Так. Красивой, великой, по моему мнению, стране, которая Ну. меня абсолютно устраивает. Которая, кстати, заметьте, во время, как говорится, когда была в СССР, которая была когда? УССР. Я родилась. Понимаете, это, как говорится, республика Украина победила так же, как и все многие республики в самой, как говорится, страшной войне. В 1945 году была победа 9 мая. А теперь вам Европа рассказала, что надо праздновать 8-го. И вы тоже в эту чухню поверили. Ну и зачем? Нам ничего не рассказывает Европа. Мы это сами сделали, чтобы отделиться от России, А, понимаете? ой, офигеть, что вы сделали? Правильно, надо было еще. А вот сейчас зима наступает, надо на зло бабушке отморозить себе уши. Ну, молодцы. Понятно. А что вы думаете насчет войны вообще? А что я насчет нее должен думать? Пришлось России сделать то, что они делают. Понятно. Ну, Ну, разве не так? Ну, если бы это не сделать, был бы еще хуже вариант. вы вошли в НАТО. Да. Хорошо. До свидания. Что вы знаете? Вы Москва знаете, воспитана. люди невоспитанные есть везде, даже в Америке. А, да, Ну, так согласна. вот. А в чат рулетки, к Но сожалению, не... очень много невоспитанных и агрессивных. В чат Да, то есть рулетки вообще не не лучшие могу люди. понять, в чем проблема, в чем вопрос. Юла, Так о чем поговорим? Ну так вот именно у нас война, а агрессивные люди у вас. Что-то не могу понять, как это связано. У вас это где? Вы где? Вы в Украине? Ну конечно. Понятно. Ну, просто спросил. Ну, Ну это хорошо. Давайте не могу поговорим, как воспитанные понять. люди. То что? Давай И говорю, давайте поговорим, как воспитанные люди. о чем? Ну, задавайте тему, у вас там больше. Что у вас? Так Я живу дольше, я вам что-нибудь объясню. нам не надо ничего объяснять. Вы сами все понимаете? Ну, конечно, мы ничем не интересовались и, в принципе, не спрашивали о вашем мнении. А, ну тогда вам все понятно. Ну да. И то есть даже понятно, от чего это все происходит, да? Конечно. Я больше чем уверен, что вам близко даже непонятно, от чего это происходит. Ну, вы имеете на это право, но, в принципе, нас это не интересует. Ну, понятно. Вот и получается, вы настолько далеки от истины, что вы не хотите даже к ней А, приблизиться. Вы не задумываете, что это ерунда? В результате вы обвиняете не тех, кого надо, и страдаете от этого. Зачем? вы имеете на это право, но как бы, да и все. Да при чем тут? Мы сейчас не про право. Это, знаете, про правовые какие-то вещи вы А можете что вы потом хотите рассказывать перевести, кому-то. которые Я так и не хотят вас хотел бы слушать? вам помочь, девушка, вам в А, первую помогите очередь. себе. Если хотите кому-то помочь, запомните, помогите себе в первую очередь. Понятно. Ну да, конечно, да. Молодец. Ай, блин. Russian Music Radio.